Сихрека до села Кала меня подбросил водитель КамАЗа, который живет в Крюге. В Кале меня встретили очень доброжелательно, пригласили к себе, угостили. Потом я отправился в Шинас. По дороге в Шинас остановился Казбек и подбросил меня на машине до Шиназа. И также мне показал, в какую сторону идти дальше, к селу Уна. И теперь я направляюсь в село Уна. Сегодня ночую здесь.
завтра спускаюсь в Шинас. Идем вниз, снегопад, туман, ничего не видно. Говорят, в такую погоду попадают волки. Обратно Суна, возвращаясь пешком. Вот такой вот туман, снег и дождь. Немного промок, может быть сейчас где-нибудь просушусь и дальше отправлюсь.